Повышенный интерес мирового сообщества к нашей стране стал главной темой нового выпуска медийного проекта «Экспертная среда». В центре внимания политологов беспрецедентная аналитическая активность по отношению к Беларуси. Только за последний год опубликовано несколько десятков исследований и опросов иностранных центров. Столь пристальное внимание белорусские специалисты связывают с напряженностью геополитической обстановки в регионе и противостоянием Востока и Запада. Именно потому сейчас так важно не допускать дезинформации. Мы на сегодняшний день видим очень много различных прогнозов в отношении развития ситуации в Беларуси. И для нас важно понять, какими глазами нас представляют аналитики. А мы же понимаем, что аналитики – это те советники, которые формируют и общественное мнение, и мнение лиц, принимающих решения. Аналитики про Беларусь сейчас много, а специалистов, белорусоведов мало. И в том числе в странах-соседях наших. Мы видим на сегодняшний день недостаток качественной аналитики в отношении Беларуси. «Экспертная среда» – совместный проект Белорусского телеграфного агентства Института стратегических исследований. Видеоверсии второго выпуска можно увидеть на портале Белта.